Башня Бурана является самой популярной достопримечательностью в Чуйской области, привлекая к себе внимание туристов. За свое более тысячелетнее существование минарет претерпел большие изменения в ходе землетрясения. С этой целью сегодня состоялся проект по защите от антропогенных и сейсмических угроз башни. Проект финансируется Фондом послов по сохранению культурного наследия правительством США. Бюджетная стоимость составляет 200 тысяч долларов. По словам специалистов, для начала будет восстанавливаться верхняя часть минарета с применением гидроизоляционных материалов, а также стены будут защищены от сейсмологических толчков. Проект получил одобрение кыргызского правительства, получил одобрение со стороны посольства Соединенных Штатов. Говорит о том, что у нас в республике и вообще во всем мире обращают очень большое внимание на сохранение таких исторических объектов, потому что они входят не только в Золотой фонд истории Кыргызской республики, они входят в Золотой фонд, Всемирный Золотой фонд. По сейсмологическим данным, башня впервые начала разрушаться в 1475 году при подземных толчках. Если ее первоначальная высота составляла более 60 метров, то сейчас большая часть половины была практически разрушена. Впервые реконструкция башни была произведена в 1970-е. И очень печален тот факт, что такая знаменитая историческая ценность попросту распадается. В ходе выступлений Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики отметили, что реставрация будет проходить в двух этапах. Со стороны нашего министерства будет создана группа, отвечающая за консервацию и реконструкцию башни. Над этим будут работать международные специалисты и проводиться исследовательские работы. Кроме этого, вторым этапом мы проведем большую работу. Компания будет способствовать популяризации башни Бурана среди туристов. Отметим, что вышеназванный фонд уже финансирует проекты по сохранению культурного наследия в нашей республике. Мы знаем, мы хотим, чтобы вот эта древняя прекрасная башня Бурана, которая уже возвышалась более 1000 лет, мы в сотрудничестве с правительством Кыргызской республики, мы хотим быть уверены, что она простоит еще 1000 лет. Время, погодные условия, антропогены и сейсмологические свойства влияют на сохранность минарета. И если мы должным образом не будем уделять внимание историческим культурным ценностям, то можем потерять то, что наши предки пытались сохранить веками. Сәлима Дюшенбекова, Келдебек Уланбеков, СТВ, город Токмок.